Что? Про стенд. Ну, с русского географического общества. Да, на уникальной России проходило два дня арктический совет. И Юлия Викторовна Заварыкина и я, мы как раз из всех наших северных регионов приветствовали делегатов. С ними танцевали танцы, смотрели на их красивые наряды. Рассказывали о том, что мы делаем в Арктике. И всех приглашаю в понедельник, после «Уникальной России» будет в Русском географическом обществе фильм, премьера, посвященный нашему выдающемуся летчику, который первым посетил Северный полюс, Папанину. Вот такие вот фотографии классные здесь. Павильон. Сейчас пройдусь, покажу. Адыгея. Классно. Это фотографии, которые участвовали в конкурсе. О, Республика Крым. Международном конкурсе фотографов, который устраивал Виктор Степанович Шкаровский. Это дом фотографий в Москве. Там совершенно уникальная победители, да? Да, наших фотографий и авторов. И вот арктический конкурс — это вообще очень красиво. Так что если вы увидите, что проходит конкурс арктических фотографов, обязательно приходите, это всегда очень необычные карты. С Алтая много я смотрю фотографии. Ну, Алтай, да. Сейчас же начали все путешествовать по России.